Всем привет! С вами канал Thugger Nautplay, и это очередной мой первый взгляд по игре Broken Age на PS Vita. Игра относится к жанру приключения. Встроены субтитры на немецком, итальянском, французском, английском, испанском языках. Аудио здесь на немецком, на английском. Займет у вас памяти на вашей PS Vita около 2 гигабайт, точнее там 2 гига. 100 мегабайт вроде бы, да. Так, ну что ж. Тут идет New Game, Load Game. Давайте New Game. В описании к видео сказано, два подростка Вейла Тартина и Шей Вольта оказались в удивительно схожей ситуации, хотя и в абсолютно разных мирах. Игрок может свободно переключаться между их историями, помогая героям взять собственные жизни под контроль и справиться с выпавшими на их долю приключениями. Благодаря CrossBuy вы сможете загрузить версию этого продукта как для PlayStation 4, так и для PlayStation Vita. Ну что ж, давайте посмотрим эту игру. А, вот мы можем переключаться, получается. Давайте за нее сначала зайдем. Так, меня вроде зовут. А, вон она. Получается, курсором управляем. Иду, иду. Ну, были бы здесь хотя бы субтитры на русском, было бы понятнее играть. Так, и куда мне за ней? Иду я, иду. Ну иди вниз. Так, мы, получается, внутрь зашли, в дом. Ага. Чё-то темно. Так, он ни хера не понимает, что они говорят. Так, давайте сожрем торт. Так, дедули. А, тут еще надо отвечать или спрашивать. Ну, игра на английском, будет посложнее, играть было бы на русском. Можно было получше посмотреть, почитать, более понятнее было, а так
кто плохо дружит с английским. Сиди, гадай, чего они говорят так. А, вот, я могу переключить на другого игрока. А, за другого могу, получается, зайти. Могу переключаться, ну, как было сказано в описании, между двумя игроками. Эта игра, кстати, также в этом месяце можно скачать бесплатно владельцам подписки PlayStation Plus. Так, а тут парнишка в каком-то будущем живет. Получается, так как бы в прошлом или как он в настоящем, это будущее. Ну, тут разные миры. Так, эти движения такая. За шкирку его таскивает. Нифига, помыли, одели. Нифига. Получается, по сюжету вы будете переключаться между двумя игроками, решать их проблемы, там различные головоломки будут. Общаться с персонажами. Так. Давай мне шоколад. Половину просыпал. Хватай ложку. Чего ты хочешь? Что так случилось? Да. Вот опять отвечать на вопрос надо. Или задавать вопрос. Да. Эти там марсиане такие. А, их вытащить надо, застряли. А, понятно. Ну, вот такая вот игрушка. Если кому нравятся такие игры жанра приключения, скачивайте, играйте. А я на этом свое видео заканчиваю. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения, всем пока.